Наверное, это и неудивительно. Вопреки строгим карантинным ограничениям и сокращению времени работы ресторанов и ночных клубов, руководство столичных заведений продолжает нарушать режим карантина. Этой ночью администрация одного из ночных клубов безуспешно пыталась скрыть работу в неположенное время. Сотрудники заперли себя вместе с почти 500 клиентами. Остаться незамеченными, конечно, не получилось. Полицейские составили административный протокол. Всего за прошедшие сутки стражи порядка в одной только столице проверили больше 300 заведений. Нарушения выявили в каждом седьмом.